В 2014 году на территории Даугавпилса отремонтировано около 45 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Еще несколько десятков тысяч квадратных метров составляет площадь уложенной плитки, замененного асфальтного покрытия, дворов и тротуаров. Темпы строительных работ набирают обороты, и, кажется, ничто не должно помешать завершить европейские и проекты самоуправления в установленный срок. В этом году мы сдадим эксплуатацию улицу Лепаес, улицу Варшавас, Вентас и Видземы с улицы, а также коммунальную улицу. Ну и основные работы будут закончены на объектах по реконструкции улиц Даугавас и 18 ноября. Реконструкция участка улицы Лепаес от 18-го Новембра до Авоту тоже в стадии завершения. Работы выполняются в рамках европроекта. На данный момент происходит работы по благоустройству и по озеленению. Планируется, что в конце октября либо в начале ноября улица уже будет сдана по госакту в эксплуатацию. Действующие нормативные акты специалисты Управления коммунального хозяйства городской думы оценивают как достаточно гибкие. В зависимости от толщины слоев, материалов и добавок асфальтной массы допускается производство дорожных работ при температуре наружного воздуха как выше, так и ниже нулевой отметки. Работы земляные и, скажем, устройство оснований, они могут производиться, если своевременно ведется уплотнение, также и при минусовой температуре. Таким образом, погодные условия позволяют продолжать трудиться над выполнением заказов самоуправления, причем довольно интенсивно. По результатам закупочных процедур, как известно, в учет принимается низкая цена, удалось сэкономить 700 тысяч евро. 350 тысяч из дорожного фонда направлены на дополнительные работы по ремонту городских улиц уже в этом году. Будут отремонтированы такие улицы, как Пушкина, Талтас на участке дорог от Лепаес до Валкас. Также уже закончены работы по укладке асфальта на улице Венебус от Ригас до Парадес и на улице Страднику от Елговас до Гроднес. Также планируется заасфальтировать дорожку, которая ведет к садику в микрорайоне Крыжи. Сейчас возле детсада ведутся подготовительные дорожные работы. За лето была отремонтирована улица Виршу. Заменено асфальтное покрытие проезжей части и тротуара. До конца года планируется заасфальтировать участок улицы Лепзаеду в Погулянке от улицы Вентас до границы города в направлении озера Светлое. Это порядка 200-250 метров. Дальше территория Лекснинской волости. Еще 350 тысяч евро сэкономлено по итогам конкурсов на строительство третьей очереди транспортного узла, который производился в рамках проекта Европейского фонда кохезии. На эти деньги строится дорога на улицах Цесу-Оду. Здесь в данный момент производятся работы по укреплению основания щебенкой и укладке нижнего слоя асфальта. Также проводятся работы по строительству насыпи под дорогу и укладке трубы рядом с мостом через речку Шунюпиты. Эти работы предусматриваются закончить в этом году. И в связи с тем, что температурный режим не позволяет уложить верхний слой, работы по укладке асфальта верхнего слоя будут перенесены на следующий год и завершены в следующем году. Для движения транспорта мостик через речку Шунюпите будет закрыт. По нему будут ходить пешеходы, а в перспективе ездить велосипедисты. В текущем году закончатся строительные работы на втором транспортном кольце Цветокшни-Даугавас, а в 2015-м отремонтируют верхний участок улицы Даугавас. У водителей появится возможность не заезжать на кольцо. На будущий год переходит реконструкция участка улицы 18 Новембра от Менес до границы города в Старых Стропах. Основные работы на транзитной улице А13 практически завершены. Задержка связана с обустройством тротуаров и трамвайных остановок. Если верить синоптикам, погода благоприятствует окончанию работ в этом году. По словам специалистов ОКХ, так называемая «зеленая волна» на главной транспортной артерии города появится в следующем году, но при запрете левого поворота, по крайней мере, в рабочее время. Поворачивать налево можно будет только на перекрестках с улицами Валкас и Варшавас.